Доброе утро! Сегодня 21 июля, празднование иконы Божией Матери Казанская. Славим Богородицу сегодня. Иду в храм. Дожди пошли, и у храма здесь грибы пошли, шампиньончики. Можно собирать. Ну, прямо их вылезли. Да, там еще. На супчик можно набрать. Точки у храма. Пресвятая Богородица, спаси нас, Царица неба и земли. Молитву ты мою прими, спаси мою больную душу, от злой болезни исцели. Заступница в моем прошении, замолви слово, помоги, душе отрада утешение. Тьмы злые мысли усмири, останови удар суровый, убереги своим покровом, Царицы неба и земли, своей любовью окорми. И святая Богородица, спаси нас. Будем всегда обращаемся к ней. Сегодня Казанская Богородица. Богородица, Казанский образ. Я будем молиться. Ну, Богородица одна, а образы много, да? Она являлась. И вот мы всегда обращаемся. У меня тоже икона моя любимая. Именно образ Казанский Богородицы, потому что бабушка мне подарила эту икону. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.